Оружие на пол, руки за голову, всем лежать мордой в пол. Типичная, короче, тусовка в подъезде в 2007-м. Нихао, паньо. Нихао, паньо. Мне кажется, один вот тут где-то стоит, а один в комнате. Кто-то под нами еще. Двое. Опачки. Опачки. Нихао. А, я двоих этих сбрил, что ли? Ну, блядь, окей, хорошо. Что-то долго они умирали немножечко, конечно. Но у меня и патроны-то, конечно, такие себе. Эмочка. Хорошая, кстати, эмочка. Так, а куда нам ее пихать-то? Вроде норм так по луту. Просто по рукам расстрелял, по животам. Но это одна тима, кстати, была. Видите, у них приписка одна и та же. Ты прыгал? Нет, он. Где-то он на входе тут слева у нас. Дам грену в окно. Давай. Минус один. Много грену даю. Ты свою фишечную дал? Угу. Чуть сам не взорвал. На входе. Минус. По-моему, еще топы кто-то справа. Кто-то. Где был? Слева, слева. Понял, сидел на понял, площадке, понял. И, по-моему, прямо за сеткой, по-моему, еще был. Еще справа? А, это бот, наверное. Я убил левого, за сеткой впереди. Угу. Ну, либо где-то там, потому что фиг знает, еще кто-то стрелял. Прапоре, помнишь? Налево по этой Змейской улице, налево. Угловое здание, здание это прапор. Что это было, чат, вы видели? По первому этажу, походу, бегают. Или по четвертому. Походу, по четвертому.
Не, мы больше не берем это говно, сорян. Ну дам гранату между зданий. Пойдем подпушить туда, я не знаю. Не-не, слева. Так, один. Еще один должен быть. Второй. Че, по-моему? Нету. Тебя так зовут. Сколько тут трупов, господи? Раз, два, три. Четыре. Пять. Шестеро, что ли? Охренеть, вот тут стычка была. Ёлки, что он насобирал, господи. Что это, чел? Такое. Блядь. Вот и боты отрабатывают, во-первых. Там честный игрок, чат. Очень сильный игрок, блядь, уходим отсюда нахер. Беги, глупец! Мы все умрем. Бегите, блядь. Коллеги, я на процедуре. На процедуре убиваю, у меня хилится в комнате. Заходи. В дырке, в проломе, прямо. Ё. Хорош. Охранник остался. Убил охранника. Все, по идее, нет. Кто сейчас патроны заряжает? Кто-то заряжает патроны в калаш, типа того. Они с кем-то воевали же, помнишь? Ну да, да. Я тут закидываю. Я хочу на выход, вид. Как, левекс? Шприцы, которых я ищу уже 49 уровней. Один такой? Кто бежит? Да, кто бегает. Смотри тот вход, смотри тот вход. Да, дробовик. Выпустите меня отсюда! Что ж это с этой игрой, блядь? Посмотри на царя на главном выходе. Нормальное у тебя оно все? Вот главный выход из почты. Это музыка из матрицы, знаешь. Пум 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 пум. Это надо чего-то камеру так, чтобы она вот так, типа, вокруг так облетала. Облетает такая камера вокруг, короче, как спецэффекты, бля. Блядь, что сегодня с игрой у нас? Это вообще какой-то пипец. Лобот убил. Пешки. Или главный зайдет. Да, главный. Почту зашел. Чевок убил. Еще стоит чевок. Прямо напротив почты, за, на той стороне улицы. Проспекта. Понял. Убил. Булочки подошли. Хорошо. Как не попал? Попал. Так, на крытом одного... Ой, на поваленном одного убил. Булочка хорошая. Ищу вот этих жуликов, которые стреляют. Со втором ты? Нет.
Осторожно, ведет. В твою сторону мечено, я на камнях. Понял. Вижу. Минус. Ой-ой-ой. В ухо залетело. Массинист это был. Блять, по мне, по мне, по мне. Сивсека. М-ка. Я бегу второго, в ту сторону. Бота вижу. Ты сейчас сработал, да? Да, по боту. Блять, да, где-то у меня. Я подбегаю. От дороги. Одного убил. Хотя М-ка глушенная, может быть. Ну, прям так шифтовал, хорошо. Пятьдесят четвертый. Дон Мендеру. Нет, блять! Сука! Что происходит? Блять, мне дали гранату, когда я Ледекс нашел. Блять. Ёбаные звуки Таркова. Я вообще не понял, что они даже на улице. Сука. Блин. Чат, это только со мной такое может быть. Ой, блядь, хоть колбаску съесть, что ли, с горя. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.